Эту практически единственную подъездную дорогу к гостинкам на Красного Знамени отремонтировали в прошлом году. Сегодня подъезд к жилью выглядит весьма удручающе. Многие владельцы малолитражных автомобилей уже убили здесь ходовку. Дорогу размыло во время тайфунов. С тех пор жильцы этих домов жалуются и пишут письма, но все так же вынуждены разбивать свои машины на этих огромных ямах. В вечернее время, в час пик, мы до дома не можем доехать, просто по полчаса мы стоим в пробках. Мы отсюда выехать не можем с утра на работу, а вечером заехать не можем. Плюс еще осложняет то, что в вечернее время здесь паркуются вдоль дороги, и хочешь не хочешь, приходится ехать по ямам. Сначала жители этих домов попытались обратиться в управляющую компанию. Но это не придомовая территория, ответили там. Дорога – ответственность городской администрации. Однако и от властей жители положительного ответа не дождались. Говорят, с ними либо отказываются общаться, либо не скрывают, что в планах на ремонт эта дорога в 2019 году не стоит. Жительница нашего дома позвонила в администрацию. Ей там ответили, что скорая проедет, а вы как хотите. Наша съемочная группа также обратилась в администрацию города с вопросом об этой многострадальной дороге. В пресс-службе нас уверили, что управление дорог и благоустройства обещает отремонтировать этот участок к концу года. 8-й канал будет следить за развитием событий. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на 8-м.